Hey, всем привет и добро пожаловать на мой канал Endlessly Play. Сегодня вместе с вами будем играть в хорошую пиццу, отличную пиццу. Честно говоря, я абсолютно не думала, что буду играть в эту игру, потому что для меня эта игра оказалась какой-то, ну, не такой. Но я решила дать ей какой-никакой шанс, поэтому погнали. Еще одна пиццерия, ты пытаешься попасть на мою территорию? Ты понимаешь хоть, что делаешь? Да-да, в принципе. Это был риторический вопрос, приятель. Посмотрим, как ты, по крайней мере, сделаешь обычную с сыром. Всего 6 кусков с соусом и сыром. А что делать, если я вообще не умею пиццу готовить? Сначала нужно раскатать тесто. Отлично. Простая пицца содержит 2 ингредиента – соус и сыр. Ингредиенты стоят денег. Убедитесь, что вы не используете слишком много соуса или сыра. Просто положите достаточное количество, чтобы покрыть всю пиццу. Давайте добавим соус на пиццу. Отлично. О-о-о! Слушайте, ой, знак запрещающий. Давайте сделаем то же самое для сыра. А я же не все покрыла кетчупом. Так, аккуратненько. Ну, в принципе, пойдет, да? Теперь нам нужно это вот сюда вот переложить. А, ускоритель печи за 7 долларов. Но пока что, в принципе, я деньги тратить не хочу, потому что я не знаю, стоит это того или нет, и вообще навсегда это, или только для одной пиццы. Так, нам нужно было разрезать на 6 кусков. Во-третьих, для еще 2 разрезов. В принципе, все очень даже понятно, и почему-то игра вот прям с первых вот этих вот моментов мне нравится. Идеально. Это худшая пицца, которую я когда-либо видел. Ты никогда не станешь мастером. Ха-ха. Ой, ну спасибо за комплиментики. Привет, приятно видеть, что здесь открывается новая пиццерия. Могу попробовать вашу пиццу с сыром? Было бы здорово, если бы вы могли разрезать ее на 6 ломтиков. Да, в принципе, не проблема. Так, обычная пицца с сыром. Отлично, 6 ломтиков. В принципе, все тут очень даже интересно, да? Пока что, мне кажется, мы будем делать однообразные пиццы. Но даже однообразные пиццы делать очень даже интересно, прикольно. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, в принципе, игра мне нравится. Она такая вроде бы простая, но в то же время такая расслабляющая. Я не знаю, как ее вообще назвать, как ее... Ох, так, ладно. Нет слов, фантастическая пицца. Как эту игру охарактеризовать? Во. Как все идет? Давайте сделаем все просто и отправим тесто в духовку без начинки. Также не нужно его резать. В смысле, тесто в духовку без начинки и резать его не нужно. Так это получится же лепешка. А зачем тебе лепешка, Реально, зачем тебе лепешка, когда ты пришел в пиццерию? Я точно все правильно сделал. Ну да, сырое тесто в духовку и без начинки. И все, даже резать не надо. Ну, на тебе твою лепешку, отлично. Я люблю все в этой пицце. А где ты тут пиццу нашел? Привет, пиццу с сыром, пожалуйста. Не забудь ее порезать. Что? На самом деле сырная пицца готовится из теста, соуса и сыра. Разрежьте ее на 6 ломтиков. Ну, я не знаю, для чего мне, конечно, информация нужна была, но зато теперь я знаю, что мне нужно резать на 6 ломтиков. А еще мне интересно, можно ли тут резать пиццу, допустим, на 2, на 4, на 8, на 12 ломтиков. Хотя, мне кажется, 12 слишком много. Там ломтики слишком маленькие получаются. Так. Все, пицца готова. Разрежаю. Тьфу ты, что с моим русским? Нет, вообще, на самом деле, удивляться нечему, потому что это видео я записываю... на часах время 9:30. Полдесятого? Реально? Специальная доставка. Уважаемый пекарь, вас приветствует Всемирная ассоциация пиццы УАП. Мы хотим отметить ваш вход в удивительный мир пиццы. Это MyPad. С его помощью вы можете участвовать в международных соревнованиях пекарей пиццы и выигрывать ценные призы для развития вашего бизнеса. Наслаждайтесь. С уважением, УАП. Отлично. Ага. Какие-то задания. Отлично. Так, подожди, чувак. Достижения. Это история какие-то. И что это такое? Ну, в принципе, я ничего пока что не понимаю. Давайте достижения. Получаем 1 кристаллик. Для чего они вообще нам нужны? Не знаю. Хорошего дня. Может быть, я заскочу за пиццей днем на перерыве. Ну, ладно. Удачи. Удачи. Open Closet. День первый. О, мы заработали 44 доллара.
но прибыль составила 38. В принципе, очень даже хорошо. Бесплатная пепперони? У нас теперь будет пепперони? Пиццерия не содержит слова «пицца». Почему вам должно быть дело до того, и кто в этом виноват? Ответ вас может удивить. Угу. К другим новостям. По мере приближения 4 главных фестивалей, патриоты пиццы готовят свои рецепторы к беспрецедентному вкусу. Угу. Мы только что получили местное сообщение о новой пиццерии в городе. Добро пожаловать в мир пиццы. Мы с нетерпением ждем возможности перекусить после работы. Вот и все на сегодня. Хорошая пицца, отличная пицца. Ой, слушайте, вот эта заставка, точнее, последняя фраза. Ну вот на сегодня и все. Хорошая пицца, отличная пицца. Для меня это звучит как-то немножко смешно, угарно. Сырные пиццы хороши, но чтобы быть выше лиги, нужно быть мастером мясных начинок. И королева мясных начинок — это определенно пепперони. Посмотрим на одну. Да. Давайте посмотрим тогда на пепперони. И да, она идет с сыром и соусом, новичок. 6 ровных кусков. Я не хочу видеть никаких детских ломтиков. Окей, будет сделано. Почему детские ломтики, а? Вообще-то, в принципе, я научилась резать эту пиццу. У меня все чики-пуки бомбезно. Так, для него мы готовим самую лучшую пиццу, чтобы он не при... добавление начинок — это несложно. Вам нужно всего 18 кусочков, 12 по периметру и 6 внутри. Это правило верно для всех начинок. Угу. В общем, для него мы делаем самую идеальную пиццу. Так, аккуратненько вот так расставляем. Чуть немножко она кривая, как будто бы получается, да? Ну, в принципе, на каждом куске по 3... пепперони, поэтому нормально. Все будет просто замечательно. Нет, она реально какая-то кривая получилась. Ему пойдет, не переживайте, ему пойдет. Мне нужно узнать, как его зовут. Потому что без этого я вообще не могу спать, я не могу жить. Мы разрезаем на 6 кусочков, потому что ему не нужны детские ломтики, би-би-би. Так, на тебе свою пиццу. Ого, это настоящая пицца. Настоящая отстойная пицца. Ты никогда не будешь мастером. Ха-ха. Ой, спасибо за комплиментики. Большое спасибо. Ты только что положил пепперони? Выглядит очень свежим. Можешь положить их на пиццу для меня? А можно вопрос, почему она обращается ко мне на «ты»? Я, конечно, могу такую пиццу сделать, но обычно же обращаются на «вы». Что с моим русским вообще? Обращаются, а я говорю обращаются. Ту-ду-дум. Все, у меня шиза. Отбой, пора спать. Так. Ну, эта пицца, в принципе, получилась более ровнее, но, по-моему, пепперони... А, да, вот ближе к низу она пошла куда-то не туда. Ладно. Немножечко что-то не получилось. Разрез зато у нее идеальнейший просто. Квадратный корень из пи, один в уме. Пифагор и представить не мог. Чё? Я не успела. Можно мне пиццу с сыром без соуса? Пожалуйста, убедитесь, чтобы сыр лежал до самого края. Отлично. Пицца с сыром, но без соуса? Это же не пицца, это уже сырная лепешка. Ребята, вы чего у меня заказываете-то? Один лепешку без ничего, другая лепешку с сыром. Я вообще-то в пиццерии, между прочим, работаю, а не вот эти вот ваши лепешкинские пекарни. Ай-яй-яй, что они меня просят, а? Нет, что просить постоянно пепперони или там какую-нибудь пиццу с сыром. Это же не пицца с сыром, по факту. Вкусно, вкусно, вкусно. Отлично, я очень рада, что вам понравилось. Следующий. Знаете ли вы что-нибудь вкуснее пиццы с пепперони? Что? Я тоже не знаю. 6 ломтиков, пожалуйста. По-моему, я немножко проявила себя как зануда, но зато я узнала, что ему нужно пиццу разрезать на 6 ломтиков. Если бы мы не спросили, что, тогда бы мы этого не узнали. Так, аккуратненько, Ой-ой, куда ты мимо пошла? О, боже мой, это самая кривая пепперони, мне кажется. А как попадать в кружочки? О, боже мой, правильно. Реально, самая кривая пепперони в моей жизни. Нет, ну а что вы хотели от человека, который, в принципе, пиццу никогда в своей жизни не готовил? Нет, ладно, я шучу. Не подумайте, я пиццу умею готовить, но я ее готовлю крайне редко. Впечатлена, то есть я. В смысле?
смысле впечатлена, то есть я. Могу ли я заказать здесь больше одной? Я хочу две пиццы с сыром, чтобы поделиться ими со своей семьей. Пожалуйста, обе нарежьте на 8 ломтиков. А почему бы и нет? Он меня вежливо попросил. Тем более у него там большая семья. Конечно, он захочет покормить свою семью вкуснейшей пиццей. А у нас тут самая вкусная пицца, между прочим. И, кстати, если они ходят ко мне, это означает, что тот... Кстати, я его имени так и не разузнала. Не справляется со своими обязанностями. Так, ага, нам нужно на 8 ломтиков, пока что эта пицца не приготовилась. Я надеюсь, что, кстати, пицца в этом конвейере не подгорает, потому что если подгорает, то это не очень, кстати, круто. Так, отлично. И 8-й, а, вау, да. Все, отдаем ему пиццу. Приятного аппетита. 10 из 10. Спасибо. Благодарствую. Так, у меня еще достижение. Кристаллики, кристаллики. Для чего мне кристаллики? День второй. Мы заработали $50 сегодня, но... А, мы так много потратили? Ничего себе. В общем, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось это видео. Также не забывайте оставить свой комментарий, ведь вам не сложно, а мне приятно. Всем пока!